Более 600 танцоров со всех уголков страны, соревнующихся в европейской и латиноамериканской программах. Завершившийся в Краснодаре чемпионат России по танцевальному спорту для его победителей стал ступенькой на главные старты сезона. В этом танцевальном круговороте не специалист. Разобраться в том, кто свою программу исполняет на отлично, а кому нужно еще поработать, сложно. Нелегко и специалистам все-таки за два дня отсмотреть и оценками наградить пришлось 600 пар. Это участники всероссийских соревнований, первенства страны и, конечно, главные герои дуэты чемпионата России в двоеборье. Паре приходится танцевать и латиноамериканскую, и европейскую программу. Причем очень важно, чтобы это было на одинаково высоком уровне. Судям достаточно сложно определить, потому что им нужно одновременно считывать много параметров. Вот посмотрите, например, пару номер 65, это вот одни из лидеров нашего турнира, чемпионата России. Очень хорошая европейская программа, очень хорошая латиноамериканская. Для москвичей Евгения Свиридонова и Ангелины Барковой этот турнир – возможность сделать еще один шаг в международное будущее. Победители турнира представят страну на чемпионате мира. Там этот дуэт уже бывал и, естественно, делает все, чтобы вернуться. Выступали не так давно, стали третьи. На данный момент, когда мы танцевали чемпионат мира, может быть, чуть-чуть не хватило в одной из программ качества для того, чтобы выиграть. Но мы работаем над этим, и все впереди, скоро все будет, скоро выиграем. Но для того, чтобы попытаться выиграть там, нужно отличиться здесь, выдержать два не по-танцевальному тяжелых дня. Сначала пройти 1/16, затем 1/8 и так далее. В лучшем случае, если пара добирается до финала, ей приходится показывать 48 номеров. Настоящий труд для участников и настоящий праздник для зрителей. Представлены практически все регионы нашей страны, где развивается танцевальный спорт, а таковых почти 80. Я надеюсь на то, что победит спортивный принцип, победит сильнейший, и Россия в очередной раз продемонстрирует, что мы являемся лидерами в мире танцевального спорта. Доказывать российскую танцевальную силу будут в итоге те самые Свиридонов и Баркова. Именно они – главные победители этого турнира. На красочной церемонии закрытия награжденных очень много, но главный приз – вторая подряд путевка на мировой чемпионат – досталась именно москвичам. Константин Пермяв, Антон Березин, Краснодар.